В Восточном Казахстане без вести пропали двое сотрудников Ридерского горно-обогатительного комплекса. Один из них – крупный руководитель. Известно, что они отправились 6 ноября на рыбалку на Черный Иртыш в Курчумский район. Сообщение об их исчезновении поступило только через 2 дня. Известно, что в последний раз рыбаков видели в 20 километрах от села Шенгельдым на побережье реки. Поиски ведут сразу несколько подразделений департамента по чрезвычайным ситуациям. Это пожарные, водные спасатели, региональный авиаотряд. К ним подключились и сотрудники КАСЦИНКа, к которому относится Ридерский горно-обогатительный комплекс. Всего в спасательных работах задействованы 40 человек. Пока они обнаружили только снасти и лодку, оставленные на берегу. Ранее в интернете размещалась информация о 3 пропавших, но в КАСЦИНКе только признали, что изначально выезжали рыбачить 3 человека. Человек, который подал такую информацию, он, видимо, ошибся. В заявлении было указано 3 пропавших рыбака. Но потом выяснилось, что все-таки 2. Один благополучно миновал этой участи. Вот. Ну, известно, что он жив.